кипит напитками с градусами. Пусть штормит под ногами в компании с девчонками и пацанами. Кто будет пить с нами? Внутри горит пламя, которое надо затушить напитками с градусами. Пусть штормит под ногами в компании с девчонками и пацанами. Оно холодно? Да. Ну так давайте сюда. У меня идет пена изо рта. Вам открыть? Ну конечно. Секунда длится вечно. О, спасибо, спасибо. Пейте пиво под звуки этого мотива. Бери его, это высшая альтернатива. Для вас работают десятки пивоваренных заводов, да, внутри которых лучшие традиции всегда живы. Братан, тебя сломила усталость. Тебе может быть еще пиво? Хотя бы малость. А в ответ тишина блестит шестью пустыми бутылками. Идите за носилками. Ты чувствуешь позывы? Значит, оно просится наружу. Хочет превратиться в лужу. В желании уйти от негатива. Пьют пиво неторопливо. О-о-о. Красиво. Кто будет пить с нами? Внутри горит пламя, которое надо затушить напитками с градусами, да. Пусть штормит под ногами в компании с девчонками и пацанами. Кто будет пить с нами? Внутри горит пламя, которое надо затушить напитками с градусами. Пусть штормит под ногами в компании с девчонками и пацанами. Сейчас мы часто забываем, что нас сопровождает вино в бокале, что всю жизнь играет. Через круг все едины, пьем до дна вина. Наполняем вновь бокалы силой неповторимо. Виден след традиций Рима. Вот до наших дней вино незаменимо. Ценимо всеми нами. Даже наш нынешний век скандалов давно забыт богами стал, просто миром капиталов. Йо, много проблем. Нет надежды тем, кто не способен отозваться о вине. Аромат, что дарит виноград, снова компромат манит прохладным теплом, словно мантра. Экстра силой Атланта. Так вот ваш комфорт, вокруг вас каста. Люди временны, события отмерены каждый раз. Но что-то остается в душах этих маста. Как чертовски мало не хватало людям впечатлений. Напитку должное воздать начало. Бокалы вновь пылают, вино объединяет. Пусть потомки знают, нас пример ставят. Нас пример ставят. Вина равнодушными вас не оставят. Идем, кто будет пить с нами? Внутри горит пламя, которое надо затушить напитками. Сдуй пену. Пусть штормит под ногами. Ну давай, выпьем. Кто будет пить с нами? Внутри горит пламя, которое надо затушить напитками с градусами. Пусть штормит под ногами в компании с девчонками и пацанами. Кто будет пить с нами? Внутри горит пламя, его надо затушить напитками с градусами. Пусть штормит под ногами в компании с девчонками и пацанами. Оцените ее, бокалы пригубите. Свои мысли и желания в них растворите. Взгляд поднимите. Ну что же вы молчите? Дышите глубже, каста здесь, смотрите. Ваша толпа от нашей отделяется нечетко. По-любому будем вместе пить водку. Ваша толпа от нашей отделяется нечетко. По-любому будем вместе пить водку. Ваша толпа от нашей отделяется нечетко. По-любому будем вместе пить водку. Ваша толпа от нашей отделяется нечетко. По-любому будем вместе пить водку. Вместе пить водку. Вместе пить водку. Возможно разложить по нотам, не вижу тебя на сцене. Но я не понял, кто ты. Ты соблюдаешь какие-то
остаемся первыми, как и прежде верными, как и раньше. Наши рифмы рождаются трехмерными, остаются неизменными, бьют во все стороны, все получат поровну. Мы остаемся первыми, как и прежде верными, как и раньше. Наши рифмы рождаются трехмерными, остаются неизменными, бьют во все стороны, все получат поровну. Это для тех, кто ждал нашей следующей темы. Объединенная каста, да, здесь все мы. Единый разум и дух, внутри и вокруг. Вам надо лишь использовать слух. Поход вперед, вверх, вглубь, все дальше и дальше. У нас все, что нужно против фальши. Что-то вроде противоядия. Лучшее средство произведено кастой и лично в Фаде. Мы проходим сквозь защитный слой, обжигаем огнем, охлаждаем дом, ведем за собой, лечим живой водой, освобождаем из-под ареста предрассудков. Если нужно, ставим на место, место. Никто больше не в безопасности. Это касается всех и каждого в частности. Но мы не оставим вас в холоде, по крайней мере в этом городе, в этом городе. Простые тексты, написанные в подвалах, где-то в гетто отдаются эхом от тротуаров. У нас расстановка сил на километры пространства. Уличную тему представляет каста. Йо, мы раскрываем суть новых идей. Наши люди повсюду это атакуют змей. В этих стенах нет цензуры, здесь свобода слов. Не может быть фальшивых текстов и голосов. Построение рифмы не идет по четкой схеме. Мы и заложили бомбу в этой теме. Фальшивые MC уже на грани нервного срыва. Эй вы, в скором будущем ожидайте взрыва. Йо, ваш слух уловил сквозь шум, он с трудом завоевал залы снова кругом. Дух объединенной касты, колода карт разной власти, разделен на главные части. Иной раз даже деликатность фраз выразима в униформе скромного бесстыдства. Мои капризы не для экспертизы, как эскизы, по большей части афоризмы. Далее, если вы здесь, мы здесь, это значит, что куплеты...